Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у нас четверг. Давайте посмотрим, что нам скажет карта на пятницу, да? Карта корабль, карта всадник и карта медведь. Еще хочу две карты. Ага. Карта гроб и карта ключ. Так, давайте будем смотреть по очереди. Карта медведь. Это карта силы, власти. Это могущество, это подавление. Обычно карта медведь показывает мужчину. Или же она показывает руководителя, влиятельного человека, который умеет доминировать, подавлять, оказывать помощь, показывать силу, руководить. Потому что медведь это в гадании символизирует материальные блага, которые нам дают деньги. Это личность, которая умеет и обладает этими благами, щедростью. Он влиятельный, он стабильный, он подчиняет себе. И здесь у вас идет, смотрите, карта корабль. Корабль это движение вперед. Видите, корабль здесь двигается достаточно быстро. Трубы дымят, волны рассекает. В общем, несется вперед. Корабль у нас говорит о переменах, хотите вы этого или нет, но какие-то перспективы, планы, возможности, удача в делах, удачные поездки, какие-то изменения. Изменения будут значительны, заметно повлияют, потому что корабль – это символ движения. Нарушается равновесие, но в вашу пользу. Уже не будет так, как раньше. Возможно, благоприятные финансовые изменения, возможно, долгожданные денежные переводы. Какие-то удачи, если поедете в поездку. Какие-то препятствия финансового характера должны будут решиться. Дальше идет всадник, который несет эту новость. Несет вам весть, известие, информацию. Он также указывает на путешествие. Так что для кого-то действительно проиграется, что в пятницу у вас будет какая-то поездка, дорога куда-то, в командировку. Может быть, вы неожиданно для себя соберетесь в путешествие, получите какой-нибудь звонок, визит, может быть, гости быть к вам, кстати, это тоже может быть. Ну, то есть какое-то движение может быть. А также, самое главное, всадник сулит рядом с кораблем, это хорошие перспективы, понимаете? В позиции будущего это новые надежды, новые планы, решение проблем. Всадник говорит о хорошем сообщение. Сообщение от какого-то начальника, руководителя, влиятельного человека. И говорят, та ситуация, которая у вас докрывалась крышкой гроба, никак не двигалась, не решалась. Какая-то вот стагнация была, в которой вот просто бабахала. Наконец-то находятся ключи, открываются двери. В пятницу для вас открываются двери, запомните это. Поэтому смело, с позитивом идите вперед на работу, на свершение своих дел и обязанностей. Знайте, что вы движетесь вперед, движетесь к новым перспективам. У вас есть сила, могущество. Вы сами можете выступать как медведь, подавлять, доминировать, заставлять, показывать. Может быть, у вас есть какой-то проект, который вы будете презентовать. Может быть, у вас есть какое-то направление, которое вы хотите другим показать. Вы будете настойчивы, у вас все получится. К вам идут новости о повышении, идут новости о получении денег, у каждого свое. Идут новости, кстати, это как мужчина проигрывается. Может быть, для кого-то идут новости именно от мужчины, кто-то не ждет повышения. И здесь мужчина, то, скорее всего, это возврат прошлого мужчины, с которым не двигались совсем никак отношения, и порой даже покрышки этой были закрыты, то сейчас вы найдете новый ключ. Все, дорогие мои, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго вам и до новых встреч. Пока-пока.